Друзья, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, я являюсь журналистом. Смотрите, у нас вот здесь внизу лошадка. Лошадку только что привезли погулять, дядька притащил. Мы вот с этой стороны, с противоположной стороны, с Танюшей, как всегда, занимаемся спортом. У нас сегодня не прогулка, у нас сегодня занятие на тренажере. И нам привели сюда вот лошадку милую. Она не привязана, да? Она свободна. Как загон у нее, да? Угу. Милая. Здесь, мне кажется, можно переступить. Кушает она, да, ага. Такая немного нечищенная. Могу уже почистить. Лошадочка. Вот младший брат моего мужа, Клаудио, он был пятикратным чемпионом Италии по конкуру. Но ты знаешь, здесь же очень много лошадей. Ну, это рабочая какая-то лошадка. Ты думаешь? Ну, я без очков плохо вижу. Но у нас же, вот когда Сарачино в августе, праздник этот проходит средневековый, он же, знаешь, чем заканчивается? Когда мэры, окончательный этап, это мэры, когда они садятся на лошадь, и вот кто из них больше нанесет удара вот этому сарацину, так называемому, тот и выиграл. Это делается на очень большой скорости. Поэтому мэры здесь, они, в принципе, очень хорошие наездники. Но вот такая лошадка здесь у нас чудесная просто. Ой, вот я не знаю, это не таким мелочам. Я в последнее время так радуюсь. Я раньше на это не обращала внимания. А сейчас меня прямо это все приводит в детский восторг просто. Да, наверное, она просто где-то валялась, лошадка. Ну, видишь, она спокойная, кушает. Через какое-то время дядька вернется, заберет. Ну, вот так вот. Друзья, хочу поделиться с вами приколами нашего городка. Приколами Италии. Это вот как раз на вопрос моих подписчиков. Почему итальянцы не реагируют на вот эти вот правила новые по поводу того, как надо встречать Рождество и Новый год. Если вы посмотрели тот сюжет, который я записывала позавчера, мне многие написали: «Кать, спасибо тебе большое за юмор, мы так давно не смеялись». Ну, помните тот сюжет, где я вам рассказывала, что на Раи, Раи, это телевизионная такая, это телевизионный канал итальянский, государственный, они говорили, что если у вас гости, значит, не больше 6 человек в доме, можете пригласить одного гостя, максимум двух, что все там руки помыли, что все в намордниках, что целоваться нельзя, обниматься нельзя, подарки дезинфицировать, за столом в намордниках, по очереди оттягиваем намордники, там хлеборезку что-то кидаем, по очереди жуем, по очереди дышим, ну и так далее, помните, да? И мне люди написали: «Катя, ну почему люди не реагируют, почему люди не реагируют, как это, у нас такое произошло на площади Испании». В общем, вот такой вот срай, вот такой вот пропагандон пошел на площадь Испании. Площадь Испании – это достаточно такое бойкое место в Риме, где, естественно, очень много собирается молодежи. Молодежи во где – это уже все, потому что если люди старшего поколения, многие действительно верят, многие боятся, но молодежь, вы же понимаете, они не смотрят раи, потому что раи – это не их. Это не их формат. Естественно, они пользуются интернетом, естественно, они сидят в соцсетях, и они, в общем-то, видят и понимают некоторые вещи значительно лучше, нежели чем пожилые люди. Значит, у нас сейчас вот эти самые раи, у них вся их злоба, она направлена именно на молодежь, потому что молодежь там вот, начиная где-то с 17 лет до 25, конечно, они неуловимые. Это особенный возраст. Ну, в общем, вот такой вот провокатор, потому что я считаю, что это именно так, это провокация. Где-то там сидел, прятался и выжидал, когда придет молодежь. Это не то, что он случайно проходил мимо, увидел. Нет, он сидел специально и выжидал для того, чтобы молодежь спровоцировать. Пришли девушки, пришли мальчики, стали рядом, там поцелуйчики и так далее, сняли с себя намордники, стали, ну, как молодежь обычно тусуется, да, говорится таким образом. Ну и все, он: «Ах, вы такие сякие, к ним полез, а что это у вас здесь ассамбраменту, то есть что это вы здесь собираете, а вы не знаете, есть такие правила, и что это вы тут все без намордников и так далее». В общем, они ему взяли
друзья, и накостыляли. Накостыляли так, что мама не горюй. Вот я сегодня хочу, приду домой, потом поинтересуюсь, где он, как и что находится. Поэтому насовали по полной. Потому что я хочу сказать, реагирует у нас народ, реагирует. Потому что людям, вот это вот, особенно молодежи, во где уже. Вот так вот. Поэтому вот, пожалуйста, и прилетело. Думаете, мне этого сарая жалко? Да не приведи Господь. Так что ребята, молодцы, ребята реагируют, друзья. Настроение у меня сегодня замечательное, потому что день чудесный. Сегодня утром мы записали интервью для организации Джули По про Ватикан. Попросили, чтобы я рассказала про Ватикан, я рассказала немножко историю, ну и рассказала последние наши события, связанные вот с этим вот с Бергольо, связанные с тем, как он встречался с этими сатанеевыми, то есть с Ротшильдами, про этот ужасный вертеп. Вы помните ту же историю, у меня есть видео отдельное, посвященное этому ужасному вертепу, про это рассказала. И, естественно, обратилась ко всем людям, кто смотрит канал Джули По, нас поддерживает, нас, католиков, потому что у нас сейчас, конечно, не только с политической точки зрения непросто, но еще и, скажем так, с религиозной, поэтому поддерживайте нас, пожалуйста, это нам сейчас очень и очень надо. Сегодня вечером, друзья, для канала крымского СМИ у нас запись идет, очень интересная запись, поэтому я немножко анонсирую эту запись. У нас круглый стол, и Денис, редактор вот этого СМИ крымского, я потом обязательно с вами поделюсь ссылочкой, когда выйдет, я допускаю, что выйдет завтра, пригласил меня. Пригласил Сергея, голос Германии. Я очень рада, что наконец-то мы совместно сможем поработать с Сергеем. И Леона Ванштайна. Поэтому мы сегодня вечером в 8 часов у нас начинается эфир, то есть начинается запись, потому что мы, конечно, ориентируемся на Калифорнию. Калифорния от нас очень сильно отличается по часовым полюсам. Поэтому я надеюсь, что будет очень и очень интересно. И когда выйдет этот репортаж, естественно, я ссылочку вам обязательно дам, чтобы вы смогли посмотреть. Прекрасная, на мой взгляд, у нас вчера получилась беседа с Наташей Фальконе. Было не интервью, была именно беседа. Естественно, мы на днях, как только более-менее будут проявляться события, мы будем записывать не одну еще такую беседу. Я все-таки оптимист, друзья. Я все-таки очень большой оптимист. Мнений по поводу выборов очень много, вы знаете, но я не теряю оптимизма. Потому что уныние, конечно, это большой грех. У нас вот эти и вчера, и сегодня город еще живет пока в нормальном режиме. Перед смертью не надышишься. У нас открыто кафе, можно в кафе посидеть. Погода просто у нас сегодня, друзья, чудесная. Это прямо настоящая весна. Поэтому хочется, конечно, больше находиться на улице. Хочется больше гулять. Друзья, поэтому, вот, кстати, у Джули По мне задавали вопросы и вот пожелания, что бы я хотела пожелать людям в следующем году. Я понимаю, что я немножко забегаю вперед, что у меня будет возможность это сделать и уже непосредственно в Рождество, на Новый год и в Рождество. Но я все равно уже заранее хочу желать всем моим подписчикам, чтобы в следующем году, ну, понятно, там здоровье и все остальное, чтобы это обязательно у вас было, чтобы было хорошее настроение, оптимизм, чтобы мы умели воспринимать людей такими, какие они есть, с их плюсами, с их минусами, потому что в этом и заключается человеческая гармония, но я уже сейчас потихоньку начинаю загадывать. Я очень хочу, друзья, чтобы в следующем году все вот эти персонажи, чтобы Боженька распорядился таким образом, чтобы все вот эти персонажи, которые мешали нам жить, потому что у каждого из нас имеется свой список, правильно? Кто-то не смог учиться, у кого-то возникли проблемы с бизнесом, у кого-то возникли проблемы с кредитами. У нас у всех возникли определенные проблемы. И я считаю, чтобы вот та организация, которая персонально вам смогла создать вот эти проблемы, не беспочвенные проблемы, незаслуженные проблемы, чтобы она была наказана. Если не по совести, то по закону, чтобы так сложились обстоятельства. Давайте вот все так задумаем. Поэтому я уверена в том, что именно так и получится. Друзья, не унываем. Не унываем. Поэтому меня вот эта очень сегодня история вот это позабавила по поводу журналиста Раи. Все-таки ему прилетело. Поэтому в следующий раз
Молодежь, молодец, молодежь. Поэтому в следующий раз, конечно, я очень надеюсь на то, что они, прежде чем вот таким образом троллить людей, доставать людей, они все-таки будут думать. Мне так понравилось, я сегодня, когда вот вышла, шла на прогулку, встретила наших соседей и пожилых людей. Ты знаешь, что там наваляли? Ты знаешь, что там наваляли журналисту с Рая? Я говорю, вам что, его жалко? Нет, ни в коем случае. Я говорю, вам нравится смотреть то, что показывает Рай? Нет, не нравится. Ну так правильно, все справедливо. Я очень поддерживаю, друзья. Вот так вот. Так что весело получилось у нас. Друзья, вот такие у нас небольшой экскурс. Я сегодня постараюсь зарегистрировать канал на Телеграм. Сын приехал домой для того, чтобы начинать потихоньку делиться уже новостями не изоповым языком, как я делала все вот это время, а чтобы называть все своими словами. Язык чешется, хочет много нового. Друзья, поэтому спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Очень-очень. Спасибо, что вы у меня есть. Вот. И мы увидимся с вами либо сегодня вечером, либо завтра. Друзья, небольшое дополнение. Значит, вчера журналисту Раи насовали на площади Испании, потому что вчера у нас проходили манифестации в разных городах, и вот после манифестации одной такой ребята пошли на площадь Испании. А за что? Чего требуют ребята? Чтобы им вернули университет. Чтобы им вернули школу. Но неужели это так сложно понять, как они мучаются, как они страдают на этой самой дистанции и без элементарной социализации? Потому что природа, она заложила нас такими, что мы должны быть вместе, особенно молодежь, потому что таким образом они формируются. Но что я буду говорить, те вещи, которые вы прекрасно знаете и о которых мы с вами говорим уже практически 8 месяцев. А сегодня это произошло, это Понте-Мильвио, и вот там было уже совсем не по-детски. То есть камермен, журналистам, они знали прекрасно, где молодежь собирается. Зачем провоцировать? Им и так плохо. Я категорически против такого решения проблем, потому что я считаю, что бить кого-то – это вообще самое последнее дело. Но я, друзья, чисто объективно все-таки стараюсь смотреть и с одной стороны, и с другой стороны. Значит, то, что мне прилетело вчера о площади Испании, просто что им там... Ну, задницы надрали. Ладно, задницы – это смешно. Это смешно, посмеялись и разошлись. А сегодня там уже было тяжело, потому что, как они говорят, что камермен, он находится в больнице. Но тут ставьте, пожалуйста, на карандаш, что вполне возможно, что это симуляция. Потому что вот эти самые сраи, а вы знаете, там очень много вот этих заднеприводных работает, и они чуть что, у них все болит и все отваливается. Это объективно. Якобы он попал, потому что, и как они пишут теперь в статьях, это в тот момент, когда они делали свою работу. Они делают свою работу, у них эта работа есть. А у этих ребят, у них есть учеба? Они не могут учиться, но они не могут даже встречаться. Зато эти работают при всем при этом. Нет, я вот прочитала эту статью, я не разделяю этого, потому что вы сидите в засаде, вы подкарауливаете, потом вы выскакиваете, начинаете свою вонючую видеокамеру писать им, запихивать им в лица. Может быть, когда они там с девушками целуются. Поэтому было за что, я думаю, было за что. Друзья, поэтому вот такие у нас интересные времена. Вот теперь спасибо вам большое и вам всем хорошего дня.